Дальневосточное футбольное дерби, как известно, накаляет обстановку не только на поле, но и на трибунах. Фанаты «Луча» и хабаровского «СКА» – давние враги. Их потасовки, как бы это ни было печально, уже традиция. Но в этот раз болельщики перешли границы и в прямом, и в переносном смысле. Массовый мордобой, причем не на трибунах, а на оживленной улице Пограничной, пришлось останавливать усилиями полицейских. Наряд патрульно-постовой службы задержал троих участников инцидента и доставил их в отдел. Этой тройке пришлось отдуваться за всех. В отношении задержанных жителей Владивостока в возрасте 31 года, 20 и 19 лет были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Мелкое хулиганство». Ночь граждане провели в изоляторе временного содержания. Суд рассмотрел собранное сотрудниками полиции материалы об административном правонарушении. В отношении 31-летнего мужчины Фрунзенским районным судом вынесено решение об аресте на 10 суток, а его 20-летнему и 19-летнему приятелям назначены по 15 суток административного ареста. Весь этот инцидент произошел еще до начала футбольного матча. По его итогу хабаровская команда обыграла Приморский Луч со счетом 0-2. Поэтому были опасения, что разозлившиеся местные продолжат бойню после игры. Однако больше информации о потасовках в полицию не поступало. Максим Яковлев, новости на Восьмом.